man jealous. God knows I know my home girl's precious. Life's crazy and no God lessons. Chill the fuck out, I got this. С первого взгляда солисты группы The Antwoord могут показаться просто обычными фриками, которые вытворяют что-то необычное в своих клипах и песнях. Но ведь на самом деле они когда-то встречались, и у них даже есть общий ребенок. А эта песня, как никакая другая, подчеркивает значимость Нидии и Йоландии друг для друга. И даже само название кроет в себе несколько отсылок. Одна из них связана с татуировкой Нидии, в которой говорится «Ugly on the skin, lovely from within», что означает «уродливый снаружи, прекрасный внутри». Таким образом, сама фраза «уродливый мальчик» уже является чем-то вроде комплимента в понимании группы. Также, возможно, название песни является отсылкой к южноафриканской группировке «The Ugly Boys». И также ходят слухи, что однажды Йоланди встречалась с их лидером, у которого есть прозвище JP. Именно он или его прообраз приходил к Йоланди в клипе «Babies on Fire». Кстати, если вы еще не видели разбор на этот клип, кликайте по аннотации и обязательно посмотрите. Tony, Ninja. Listen, my friend. I only tell you one time. Don't fuck me, Tony. Don't you ever try fuck me. Ninja, who are you speaking to? I'll just leave a message for Tony. Ooh, I love my ugly boy. So rough and tough, don't care about anything but me. Yes, I just love him cause he's so crazy. Just crazy about me. Yeah. Ooh, I love my ugly boy. So rough and tough, don't care about anything but me. Yes, I just love him cause he's so crazy. Just crazy about me. Hey, you and me make the whole world jealous. God knows I know my homegirl's precious. Yeah. Life's crazy and no God. В самом начале ролика Нидия звонит в агентство Силов. Примечательно здесь то, что по факту он звонит своему менеджеру, так как на тот момент они были партнерами. В своих репликах Нидия использует фразы из фильма «Лицо со шрамом», в котором главному герою Тони Монтани, то есть тезке менеджера The Antwoord, звонит Соса и произносит фразу точь-в-точь точь такую же, как у Нидии. Этот трек был создан совместно с Apex Twin. За основу была взята его мелодия из трека Aegis Polis. Как раз сейчас вы можете ее послушать и сравнить с треком Ugly Boy. Как вы, наверное, уже заметили, две мелодии начинаются одинаково, но далее развиваются совершенно по-разному. Chick in the world, be mystical, just not just physical. What you mean, got some fuck with a ball? Respect me, receive my protection. I'm always right by your side like a weapon. Love me, around you there will be love. Fuck on my god, there will be blood. All my bitches love me, oh man, it's tough. For one crazy girl's more than enough. This ain't no ordinary love. This thing you me got, girl. Неразъебинабельно, как и слово unfuckwithable, не существует ни в русском, ни в английском языке. В оригинале это слово придумал рэпер с ником Lady of Rage, назвав таким образом свой трек. Что же касается необычной любви между Нидией и Йоланди, то она действительно такая. Ведь пара состоит по сути в свободных отношениях. И Нидия и Йоланди встречаются с другими партнерами, но все еще тесно связаны друг с другом и наверняка являются самыми близкими людьми для каждого. Ooh, I love my ugly boy. So rough and tough, don't care about anything but me.
Me Love You Long Time, то есть «Моя любить тебя долго», это отсылка к олдскульному рэпу от Two Life Crew с их песней Me So Horny. В свою очередь они взяли эту фразу из фильма «Цельнометаллическая оболочка». Девушка, трясущая своей попой с цифрой 27, отсылает нас к тюремным бандам, которые я подробно разобрал в клипе Cookie Thumper. Если вы еще не видели, то кликайте по ссылке в аннотации. Не забудьте поставить лайк этому видео, если вам понравился мой разбор, и обязательно подписывайтесь на канал. Если вы это уже сделали, то нажимайте на колокольчик. И, конечно же, загляните на канал, посмотрите мои другие работы. Возможно, вам что-нибудь тоже понравится. Человек, которому посвящена надпись в конце, погиб после съемок во время уличной перестрелки. Также я иногда устраиваю стримы, во время которых общаюсь со своими зрителями. Ссылку на группу по стримам ВКонтакте вы также можете найти в описании. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Пока!